Идею сделать легкий способ обогрева грунта в теплице мы увидели на одном из каналов. Купили греющий кабель, посмотрели в интернете, как правильно его монтировать, и приступили. Самое главное при монтаже кабеля – не закольцевать с обратной стороны. Его внутренние жилы не должны быть соединены между собой. В прошлом году муж мне сделал вот такие парнички, и пока он монтирует теплый кабель, я посажу семена томатов и капусты. Выкопали траншейки в тепличных грядках глубиной 20 см, уложили кабель, оснастив его таймером включения и выключения. В дальнейшем засыпали землей и планируем включать подогрев на ночь. Температура днем 13 марта в теплице была 22 градуса, затем поднялась до 30. Температура земли была плюс 5 градусов. Утром 14 марта уличная температура, ну и соответственно в теплице была минус 2. Посмотрим в дальнейшем, как нам поможет теплый кабель. Кому интересно продолжение и что, а главное, когда у нас вырастет теплица, подписывайтесь на наш канал. Thank you.